Сделаем углич комфортнее. 15 апреля стартовало голосование в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. Каждый угличанин в возрасте от 14 лет может выбрать одну из трех городских общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Одна территория находится вот здесь, это в микрорайоне Мирном возле 20-го дома. Также возле 20-го дома только на Вокзальной. И третья территория у нас на улице Чкалова, возле дома номер 22. Что это такое? Это жители сами будут выбирать. Кто хочет сквер, кто хочет спортивную площадку, детскую, какое-то общественное пространство, где будет там место притяжения для этих жителей. За последние несколько лет, благодаря программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», в Угличе сделано немало. В Северном районе появилась отличная многофункциональная спортивная площадка. В течение 2 лет велись масштабные работы по благоустройству парка детства в районе Угличской ГЭС. В 2022 году к радости не только местных жителей, но и всех горожан необычайно преобразился парк на набережной Волги в микрорайоне Цветочном. В этом году предстоят большие работы в Сиреневом сквере района ДСУ. Голосование за благоустройство одной из трех общественных территорий в 2024 году продлится до 31 мая текущего года. Выразить свое предпочтение можно на сайте 76.городсреда.ру, через госуслуги, а также с помощью волонтеров на различных городских мероприятиях. Для нас важен каждый голос, потому что именно от вас зависит, какую территорию мы обустроим в ближайшее время. Я прошу вас принять активное участие в выборе вашей территории и принять активное участие в голосовании. Выбирайте свои территории, голосуйте, делаем наш город благоустроеннее и красивее.